Долгожители радиоэфира. Студенческое радио нашего университета празднует юбилей. За 10 лет радио ЮУРГУ прошло путь от учебной лаборатории к полноценной студии с охватом аудитории всей страны. Сегодня студент, даже если он любит телевидение, любит газету, интернет, он должен еще и уметь работать на радио. И в этом отношении радио открывает перспективу для студентов стать универсальным медиаспециалистом или настолько полюбить радио, что стать профессионалом высокого класса именно в радиовещании. Для этого в студии есть все. Интересные проекты, интересная техника, интересные люди и, безусловно, профессионалы, которые этому научат. Многие из тех, кто внесли вклад в развитие радио ЮУРГУ, получили заслуженные награды в день юбилея. Среди них и первые преподаватели радийных дисциплин Наталья Карпенко и Наталья Малышкина. Университетское радио вот как-то выросло так. Мы с Натальей Павловной стояли у самого основания, то есть буквально первые пару лет пытались научить чему-то студентов, да, но сейчас я понимаю, что нам есть чему поучиться у вас. Не оставили праздник без внимания и выпускники факультета журналистики ЮУРГУ, которые также сыграли большую роль в становлении радиостудии. 10 лет – это такая дата достаточно серьезная, и очень приятно, что все-таки к радио я имела отношение, да, и училась на радио, и в свое время работала преподавателем на радио ЮУРГУ. И поэтому я очень рада присутствовать здесь, поздравить радио с юбилеем. Добрая традиция выпускников факультета журналистики – приходить в гости на медиаэтаж вместе со своими детьми. Ведь для многих радио ЮУРГУ стало второй семьей. ЮУРГУ – это огромный мир, это наш дом. И именно радио ЮУРГУ дало мне большой опыт, большую практику. Если бы не радио, я не знаю, что бы я делала. Завершилось торжественное собрание разрезанием праздничного торта. Ну, поехали.